году, по-моему, еще была такая ничего. Еще найти и принести, еще и слепить крышу. Смотрим, про крышу говорим. Слепили из того, что было. Так, вот наша первая пробочка. Где мы стоим? В Моршанске? Моршанск, наверное. Моршанск вроде бы. Моршанск, что Моршанск? Ой, не такое. Ну да, Моршанск. Моршанске вот стоим мы. Чуть-чуть, правда, только въехали. Как это, наверное, не пробочка, а такое. Переезд мы переехали, да? И вот тянется немножечко там. Моршанск, Моршанск. Едешь в этот Моршанск, одни светофоры, рыночек Моршанск, рыночек Моршанск, да. Вещички, вещички, обновочки. И тут мне очень нравятся вот эти два здания. Это ту-ту-ту-ту, Санта-Барбара. Ленин и Санта-Барбара. Помните арки, арки? Санта-Барбара, ту-ту-ту-ту. Памятник. Что ли? Балконы какие. Спасибо.
какая ива. Ивушка. Такая вот. Приноси одежду в ремонт. Сектора портит. Это остановки, что ли, такие? Так, это что за поворот такой еще? Все. Салфетки укатились. Каждое утро там выходные приходил и заводила, она там на всю эту улицу передела. Тарахтела. Да. Поспать охота, она там, вон ее газует, она там пердит. Да, вот. Откроет гараж, заведет, там попердит ей, закроет, пойдет. Там была машина, есть, да? Что тут это далеко, вот эти дома тоже от дороги, хорошо. Газ у них тут есть. Сразу видать. Ну, конечно, вот это, ну, ужас. Что за ракушки такие? Страшенные. Трубу какую-то, наверное, разрезали. Еще раз не видно. Как будто ангары. Были какие-то ангары такие, что-то перегноили, что-нибудь там хранили. Все, Моршанск заканчивается. Подсоба, это Роснефть. Роснефть-цена. Так же, как на Лукойле у нас. Дворец. А кто тут живет? Губернатор? Бунгало, да. Владелец бунгало. Вот торговля. Тут уже помидорчики пошли. Вот оно бунгало. Курочка туда. Курочка. Да я хочу это. Могу что взять? Вот она. Торговля. Останавливайтесь, берите. Вкусненько. Перед Моршанском после Тамбова. Чесночок, укропчик. Вот. Тут что-то картошечка, тут что-то еще. Ничего, картошечка.
военных машин. Не знаю, можно снимать, нет? Мы уже сколько проехали. Зеленый, а что за флаг такой зеленый? Что это зеленый, синий, красный? Это что за флаг? Своих хватает газов. Газов и пропанов. Мне кажется, мы заезжали куда-то, заправлялись. Ты был здесь по пути еще? Да? Я же заезжал. Я что-то не помню. Здесь я что-то объездное в прошлом году видел, расширяют. Видишь, как ты хотел. Вы слышали меня? Что-то долго вы расширяете, да? Года что-то никак. Это когда, смотри, здесь какая длинная. Длинная? Немножко. Ну да, тут объезд такой большой. Город-то вроде не такой большой, да? Ну да. Они, может, это, за делом на будущее? Можно через город, в принципе. Мне кажется, так же попучается. Попучается. Ну смотри, если ехать. Ну-ка, дай-ка. Как мы едем? Так. Объездной Тамбов. С левой стороны Тамбов. Объезжаем. Расширяют дорогу. По-моему, они с того года это делают. Что-то никак. Реверсивное движение. Хорошо, да, в одну сторону одни едут, вот там где-то вдалеке другие едут. Вот это дороги, я понимаю. А тут в две полосы мы едем, там в две полосы они едут. Так, вот так, пожалуйста, сделайте. Чуть-чуть, мне этого мало. Вы как думаете, вы согласны со мной, люди? Уже давно в России так должно быть. А то вот, трёмся тут друг об дружку. Как будто земли мало. Надо показать родину, мать-то, большую, необъятную. Дороги так удивить, чтобы все приезжали и говорили, нифига себе. Вот это у них ничего себе. То опять сейчас, что это такое, ну? Надо уже на будущее смотреть, с учетом машины увеличиваются, в семьях уже по сколько машин, в одной семье уже по 4 машины. Ну а что, папа, мама, дочь и сын. У кого и больше машин, что нет-то? Опять сейчас вот это вот сделают, тут отбойничек поставят и опять летают. Сейчас скажете, ну вам не угодишь. Не угодишь, вам не угодишь. Небо какое красивое, поля, поля, красота. Кто что больше любит, ехать на море или само море, или саму дорогу на море, или то и другое. Это вещь.
летать любит. Кто любит летать, кто-то любит на поездах. Я люблю ехать. Когда у нас такие все дороги сделают, да, еще больше станет любители ездить. Ну надо не только дороги делать, надо же еще и условия для отдыха делать. Ну что это такое? Сейчас вот они сделают это, отбойники поставят, и опять никуда не съехать, нигде не отдохнуть. Почему не думают-то вот это? Ни о чем непонятно. Платные участки делают, ни туалетов приличных, ничего. Люди уже все места обосрали, засрали все везде на свете. Всем противно, неприятно, а что делать? Что, первая заправочка, на сколько заправился? Ну так-то вторая заправка, я еще в Нижнем заправился. Почти на 1960. Прямо 16 километров. 960. Почти на 1000. А вот в это время что делают? Родители с детьми. Не знаю, увидите, не увидите, но там целых два вертолета гигантских. Смотрите, какой большой. Не знаю, видно, не видно вообще. Вертолеты полетели. Здесь вот выехали с заправки. Такая дорога, объездная Тамбов. Вот так бы было, вообще прекрасно, да? Две полосы туда, две обратно. Вообще красота. Но она опять сужается. Воронеж, Ряжск, Кашира, Москва. Нам прямо. Кончилась крутая дорога. Началась обычная дорога. Ждем, когда мы выйдем на М4 Дон. Большой логистический центр. Город. Соблюдай дистанции. Где тут дистанция соблюдать? Эти дороги уже изжили себя. Шапки. Там и шапки, ковры. Телогрейки. Что-то я это не подумал, надо было заправить термос, вылить, слепить, а потом сейчас будет. Привальчик еще один.
Первый привальчик не успела я заснять, все надо было накрывать на стол, быстренько хотели все позавтракать. Теперь быстренько хотим еще перекусить. Не знаю, что это у нас, обед или что. Это вас. Вот Катька в пижаме стоит. Так. Мишка тоже. Быстренько. 2 часа их взяли, быстренько схватили, посадили. Да. И поехали. Смотрите, у нас 999 тысяч. Пробег. Бля, ты будешь или нет? Нет. Ты говоришь, да, тогда? Я вообще тебя не слышал, говорю, что ты там говоришь. Так, Роснефть, хоть Андрюшка что-то нас завел. Потом что-то мы решили не заезжать. Ну, в прошлый раз мы тут кушали. У вас юбилей, 99 тысяч у меня пробег. Яйцо с БПХ будешь? Забили. БПХ только. Красота. Все желтенькое. Вообще обалдеть. Дорога ровненькая. Под солнышки. Небо, солнышко, зелень, а, красота. Всем счастливой дороги. Ну там налево можно было сейчас повернуть, там бесплатно проехать. Куда поехал-то? Кто так говорит, здесь можно? Че, смеешься, что ли? Он говорит, отвернулся здесь, типа, обратно. Все, обратно поедем, там? Ну смотри, здесь вроде, если прямо ехать туда, на платный участок выезжать, там вроде получше дорога, если тут, то здесь похуже будет. Так это мы не вспомнили опять, выездим какой-нибудь. Колхозами поедем. Будем опять по полям кататься. Мы любим по полям кататься. Ты же любишь по полям. Ты завернул? Нет, я вам показал, в общем, смотрите, не пролетите мимо. А то поедете. Поехали. На платненькую. Поверните налево. Поверните налево. Она говорит, налево поворачиваете. Шейся, поехали на платную. Че, господи? Что денег нет? Так вот, понятно, в путешествиях. У кого такое было? Мы сейчас выйдем, там кусочек проедем маленький. Да? За маленький кусочек заплатим.
рекламная кампания. Ездили уже как-то, да, наверное? Раз, может, два раза. Ну, раз-то точно ездили как-то. Смотри, а мы не опять вернулись? Такое ощущение, как будто мы опять вернулись. Андрей, нет? Опять эта железная дорога справа. Поверните направо. А, мы, наверное, точно так же ездили в прошлый раз, когда-то там. Много-много лет тому назад. С родителями. 18 километров. Вон, козочки гуляют. Хватай козу. Видишь, как? Гуси ехали тут с утра, бегали где-то. Нет, это не то. Это мы уже в Ростовскую область. Да. Бугучар там где-то, что ли, да? Наверное, не знаю. Где-то там. Бугучар выезжали, когда через деревню, да? Да. Тоже это туман был. Рассвет, так красиво. И, в общем, представляете, вот еще одна машина, а так мы едем вдвоем. Вот здесь Йода из «Звездных воинов» жил. Населенный пункт. Начинаю. И в честь него назвали. Да. Так вот. По тенечку. Едем спокойненько себе. Дорога нормальная. Сто не заплатили. Да? Что нам ехать еще 2 часа 26 минут. Сейчас у нас 2 часа 51 минута. Вот так вот. Общий пробег 99 094 километра. Правильно сказал? Потому что я не вижу ничего. Сергеевка вот. Едешь здесь спокойненько, смотрите, вот. Ощущение, как здесь новую дорогу видели. Мы тогда ехали, кстати, тут была это ямы, и лисы бегали. Мы ночью здесь ехали. Помнишь? И ёжки. А и змею кто-то даже видел. Ночью кто-то так не ездил. Но здесь точно мы ночью приезжали. Почему мы здесь ночью приезжали? Если мы ночью здесь приезжали. Интересненько.
161. А, 161, 161 в Воронеже. 63, 61. Короче, я уже забыла. Чистенькие. Вот они. Самые натуральные. Пакетики взяли. Термы с собой. Термозок. Через 500 метров поверните направо. Анинский район. Вот и думаем, повернуть ли нам направо. Наши любимые дороги. Прямо 20 километров. Может, лучше обратно, прямо, чем тут, по этим колдобинам. Вот мы и легких путей никогда не ищем. Мы все... Нет, там если прямо ехать, так же выйдешь, только это. По нормальной дороге, а здесь типа короткая, ну хреновая. Палатки сейчас поставим, все, будем купаться, море. Там домики есть, видишь, там. Вот где перспективное место-то. Вот платно, здесь. Наверное, здесь. Мы же тогда тоже здесь проезжали. Здесь прямо вот здесь купались. Здесь. А ты уточку не взял, что тут делать? Да мы... Я в нете видел, там парень на палец ловил. Палец засовывает в озеро, там хоп, рыба такая, он ее хоп за жабры вытаскивает. А то удочка, удочка. А ты все удочка, удочка. С тобой не ездили. Значит, не ездили, да ездили. Не-е-е. Вон коровки. Колхоз Красный Лапоть. Дождь сильный, мы в Тамбове там, когда проезжали, попали. Так, тихо, тихо, тихо. Сенокос. Сенокос. Работает. Смотрите, какой мотоцикл. О, живет.
вот колхоз. Это я, приграничник, на трактор ехал. Ничего себе памятник какой! Обалдеть! Вы видели такое? Вот. Гаишник там видел, мотоцикл стоял, он просто в магазин зашел. Классная деревня, чё? Хорошо, что здесь поехали. Вообще, лошадка пасется. Смотрите, как вообще круто. Озеро опять. А, вообще, красота. Я думаю, тут всю дорогу. Что такое, как раз, не знаешь, что снимать. И туда, и сюда. Все хочется показать. Вот цветы кто-то посадил. Вертушка крутится. Вертушки у людей крутятся. Что-то уже собирают. Какой-то урожай. Хоть кстати, нормально. Бесплатное. Как это бесплатное? Его можно продать. Для себя-то. Для себя. Для кого он для себя нужен? Камазист. В общем, ребята, так, дорога через реку. Ой, пипец вообще, конечно. Приключение на жопу. Площадка тоже опять какой-то. Ага. Песики. Смотрите, какая тут церковушечка. Часовенка. Памятник там еще был какой-то. Быстро же ничего не увидишь. Теле2, реклама. Вот, стажки сена. Рекламными щитками. Все везде пригождается. Все везде. Идет в дело. Хорошие вещи. Да. Мы сами для баннера искали. Да, баннеры вообще нам в одно время как-то помогли. Очень даже на юге. Спрятаться от дождя. Ребята, вопрос вот такой вот. А куда смотрят подсолнухи? Вот своей красивой частью. Цветочком, семечками. На север, на юг, а может на запад, восток. Ничего себе! Вот это дорога. Там блинчик. Ага. Хватай гуся! Хватай гуся! Гуси, гуси! Ой, вы куда? Дрюшка, аккуратно. Бегите, 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 бегите. Ой, гуси, гуси. Бегите. Очень довольные. Кажется, мы тут гуляли, а вот тут. Вот так вот, ребята. А вы ездите где-то там направо. По платным. Прямо 38 километров. Гусей не видите. Гусей не видите. У
Не едет степь по хорошим дорогам. Комбикорм. Прямо надо было ехать, а дорога хорошая, сразу на этот на М4 время сократили бы. Что неинтересно? Тихо, вороты какие. Просто не предложил альтернативный, то если перестроить самому, там побыстрее. Там, правда, вроде это что-то авария, что ли, какая-то показывает на М4, там пробка небольшая, а так там быстрее. Как там быстрее, если там пробка небольшая? Ну, может, она уж рассосалась, может показывать. Что-то. Так, смотри, дети. Ты даешь. Очень тут интересно. Вон же справа нормальная дорога шла, а не пролом прямо. Зачем нам на нормальную дорогу? Там же все ездят. Студия красоты. Сейчас пойдем эти делать когти. Цирк Шапито. Цветочки посажены. Да. Стадион. Футбольчик, люди играют. А вот я даже не знаю, куда мы заехали. Метелица, цветочки. Да, Бобровский районный суд, пожалуйста. А сразу у нас гостиница Бобров. Смотри-ка, что флажочки развешаны. Чё мы не это, Бобров-то не рассматривали, гостиницу-то. Павловск, Павловск. Смотри, какой дворец. Бракосочетание. Ничего себе. Ничего себе. Вот это дворец. Через 300 метров поверните направо на улицу Красной. Вот это Бобров. Красных печали или что, печати или чего? Красные печати. А, красные печати. Ты смотри, какой городок. Стоп. Поверните направо. Симпатичные. Чистенький такой. Цветочки у них. Строится тут.
Через 300 метров поверните направо, а затем поверните налево. Ой. Такой бобров. Какой-то мост. Смотрите, цветочки, все как положено. Какая панорама там, ничего себе. Поверните направо, а затем поверните налево, как, на Красноармейскую улицу. А туда что, как? Сюда, сюда? А, мы же это ту, на той улице должны были проехать. Это объездная? Ага. Вообще, мы свернули через это. Понятно. Прямо 16 километров. Обалденно. Всем счастливой дороги.